Да, так я по нему выстрелил, он просто был вниз головой. Кто по второму, со второго на третий поднимается? А, это челик, кто сзади? Блять. А кто мне сейчас сзади с дробовика ебашил? Блять, это я ебашил, я думал, что ты враг. Ты еблан, блять. Я именно для этого всегда говорю, спрашиваю, кто где. Пистолет, бля. Я просто убиваю ЧВКшника.